Инрашн это сгущенка. Инрашн? Сгущенка, инрашн. Сгущенка. 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 Yes, yes, инраша. Инраша. Гуса. Она гуса. Гуса, yes. Сгущенка. Сгущенка, yes. Еще! А еще техники он знает? Ребят, всем привет! Сегодня у нас такой кулинарный блог. Я нахожусь в тосто-кафе, которое открыл Габриэль. Я постоянно хожу сюда пить кофе, есть сэндвичи, и в какой-то момент мне пришла идея. О, типа, ребят, давайте вы меня научите готовить бразильскую еду, а я во всем этом блог сниму. И сейчас мы находимся здесь. Я, Габриэль и Настя Хазова, которые у нас русско-португальский переводчик. Ребята живут здесь 2 года. Им очень нравится это место, оно пропитанная история, она находится рядом с парком независимости. Габриэль и его жена работают дизайнерами, выбрали вот это место и решили сделать здесь кафе. Они приступили к реализации своей идеи. Первое, что они сделали, это купили книги про интерьер прошлого века, как выглядели дома и как выглядело внутреннее убранство домов на Ипиранге в прошлом веке. Ребят, смотрите, вот это место, место, где выращивается кофе в таком сельскохозяйственном штате Минас Жерайс. И вот отсюда кофе попадает, собственно, в эту кофейню в Сан-Пауло. Ребята очень детально подходят к реализации своей идеи. То есть, смотрите, они нашли старые дорожные карты. И здесь нарисовано, как в 1850 году кофе доставлялся в Рио и дальше. То есть, это дорожная карта вот тех старых времен. А вот здесь стоит швейная машинка Singer. И они пользуются, то есть вот она заряжена нитками. И они прошивают пакеты и потом их продают, то есть это не только часть интерьера, но это еще используется. Здесь очень уютно. Ты реально сидишь, как вот при белом человеке, при колонизаторах, а тебя обслуживают. Мне вот очень нравится. Мы в сердце заведения, мы на кухне. И сегодня мы с Габриэлем готовим кижажиньо. Это традиционный десерт из Минас-Жерайс. Это смесь соленого сыра и кокоса со сгущенным молоком. Как сникерс, соленое и сладкое. То есть то, что приводит вкусовые рецепторы человека в восторг. Я, ребята, как бы решили, что ну без разницы как называть, давайте звать Юрий Куклачев в свип. Честно, у меня паренек в группе, он говорит, о, это же этот, как его, Джефферсон, мы такие. Джефферсон. Теперь это Джефферсон свип. Был Джон Уэйн, стал Джефферсон. Я его для себя называю Ары свип, потому что он Ары простой. Появляется еще один замечательный персонаж, это Нажила, жена Габриэля. Она разрабатывает рецепты, пробует новое, экспериментирует, а Габриэль как бы готовит, ну, традиционно русское, подай, принеси, иди нафиг. Нам потребуется 2 яйца, но если взять мои 4, тертый пармезан, кокос, лейты конденсата, оно же по-нашему сгущенка, формочки, железные формы,
нам еще пригодится разрыхлитель. И нормальные руки, а не кривые руки типа моих. Ребята уже готовят форму, вставляют бумажки. У нас все немножко такое сумбурное, потому что на кухне находятся три языка, то есть португальский, русский и периодически возникает английский, но мы надеемся все красиво смонтировать. А примера пачи, кремнамус дойз овус. Берем два яйца, соответственно. Яйца разбиваются в отдельную миску, чтобы, если оно испортилось, оно не оказалось вместе со всеми продуктами сразу. Мы разбили два яйца, и вот мои кривые руки начинают это размешивать. На самом деле, готовлю я вроде как неплохо, надеюсь показать это тогда, когда буду готовить блины. Одна чашка пармезана с горкой. Или pode ser o adoçado ou sem adoçado. Точно так же. Кружка кокоса тертого. Просто тертый кокос без сахара и без каких-то примесей. Заливается почти 400 грамм сгущенки. Русские думают, что вот они короли сгущенки, они там ее на блины мажут, ну и иногда там едят. Но на самом деле короли сгущенки — это бразильцы, потому что они ее засунули почти во все десерты. Ни капли сгущенки мимо. Все это перемешивается. Мои кривые руки почти не потребовались. Сделал все специалист, а я не мешал. Ребят, смотрите, она притирает все, что пролилось, потому что потом эта форма пойдет в духовку, внимательно, на 25 минут при температуре 150 градусов. Если что-то останется вот здесь, оно сгорит, будет вонять дымом и все испортит. Еще раз, 25 минут, 150 градусов. Сейчас мы ставим все в промышленную духовку, которая используется в кафе, в ресторанах. Но дома вы можете поставить в свою обычную классическую духовку домашнюю. Мы будем доставать кексы, они должны быть золотистыми и вкусно пахнуть. Сейчас все можно открывать, чтобы воздух зашел. Чем ты занят? Ведешь дневник тренировок, наверное? Ну, варенье на бутерброд мажу. И покемонов с аккаунта на аккаунт передаю. Вот у меня два телефона, чтобы покемонов передавать самому себе. Как покемоны помогают в джиу-джитсу вообще? Скажи, Настя, у нас есть в России фраза «первый блин комом», типа «первый блин у нас никогда не получается».